нас нынче зимой вообще плохо чистят дорогу возле дома. Ну, не говоря уже о том, что возле садика. Люди приезжают, выехать не могут, мучаются, мне из окна все видно. Вопрос сезонный и вполне резонный. Очистка дворов и улиц от снега для большинства собравшихся проблема номер один. На втором месте темы ЖКХ. Некоторые посетители получают исчерпывающий ответ сразу. Обращение, требующее более детального рассмотрения, глава администрации берет на контроль. Мы пообщаемся с руководством данного дошкольного учреждения, чтобы они поручили своему дворнику, чтобы он выезд этот почищал. Чтобы они не забывали, да, про родителей, которые привозят своих детей. Незаконные автопарковки, содержание детских и спортивных площадок, вопросы здравоохранения. Благодаря таким встречам чиновники оперативно узнают о проблемах остро волнующих пермяков. Консультации дают представители практически всех муниципальных и государственных ведомств. По инициативе Анатольевича Михайкова было принято решение, в результате чего каждую среду два раза в месяц во всех районах проводятся главами администрации района встречи с населением. В 2012 году это зародилось, в 2013 продолжилось, поэтому и в следующем году эти встречи никто не намерен отменять. Помимо этого, во всех районах Перми действуют несколько десятков информационно-консультационных пунктов, созданных на базе органов местного самоуправления. Граждане получают там информацию, касающуюся благоустройства и жилищно-коммунальных проблем. Знакомиться с изменениями в законодательстве. Градоначальники пошли еще дальше в своем стремлении стать ближе к простым пермякам. В этом году были организованы экскурсии по так называемым коридорам власти. С закрытыми для посторонних глаз уголками старинного здания мэрии познакомились сотни школьников, работников предприятий и других граждан. Остались довольны. Елена Иговцева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.